Снеговик, Кощей и русские красавицы прячутся от ненастной погоды под крышей торгового центра. Начавшийся ливень, казалось, помешает планам организаторов праздничного шествия. Но не тут-то было. Настроение участникам дождь не испортил. Праздник же. Мы ожидали, что сегодня будет солнечно, но несмотря на такую дождливую погоду, мы не перестаем радоваться этому дню, потому что сегодня такой праздник, День города, и мы хотим поделиться этим позитивом и этим настроением с населением. Поэтому мы ходим, вручаем флажки с эмблемой Красногорского дня рождения. Отличное настроение. Даже погода нам, вопреки, не мешает. Поэтому настроение отличное. Мы гордимся своим городом. Мы много лет поем и радуем наших красногорцев русскими народными песнями, которые никогда не пропадут. Всегда будут радовать сердца русской нации. Торжественным маршем по главному шоссе готовятся пройти и артисты театральной студии «Зеркало» Дворца культуры Подмосковья. Они, конечно, в образах. Я просто русского изображаю, торт буду нести. Поздравляю всех с Днем города, счастья, здоровья, процветания нашему любимому Красногорску, в частности, райцентру. Это наш любимый город, я его знаю всю свою жизнь, то есть я никуда не приезжал, я здесь всю жизнь живу. И это почетно, можно считать, поздравлять свой город. Всех поздравлять с этим праздником. Городу, конечно, мы процветания желаем. Да, ребята? Да. Вот. И хорошей погоды, и хорошего настроения всем. Жизнь кипит на площади перед администрацией. Здесь готовятся встать в строй делегации городов-побратимов, члены районного совета ветеранов и учащиеся красногорских школ. Не смогли пропустить такой праздник и почетные жители района. В этот день они вспоминают, как праздновали самый первый день рождения города. Сегодня знаменательный день в жизни наших горожан. Я родился в Красногорске и помню постановление Совета министров Российской Федерации о присвоении поселку Красногорск звания города. Это была тоже знаменательная дата. Тогда все красногорцы восприняли эту дату с воодушевлением. Ну, а вот сегодня прошло уже 75 лет. Мы развиваемся, мы растем. Как по мановению волшебной палочки, в час начала парада небо прояснилось, выглянуло солнышко и закончился дождь. А что еще надо, чтобы праздник удался на славу? Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.